Всем вновь привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить Demon's Souls. В прошлой части убили еще одного босса, по-моему, его звали Торговцем Пиявками. И сейчас мы отправимся туда. Что там пишет? Обелиск демона, торговец пиявками. Долина скверна ведет к огромному болоту, к которому стекается все нечистое, становясь рассадником заразы. Ну, круто. На самом деле не круто, потому что... потому что я думал, я уже прохожу болото, а оказывается, я только в болото попаду сейчас. Ну, у меня живая... Ой, что это у меня такое? Почему я так свечусь странно? Может, мне кажется, конечно, ладно. В болоте можно опять же заболеть чумой, а у меня одна трава, по-моему, Да это какой-то просто непроглядный ужас. Сколько ж там всего. Ну ладно, пойдем. Благо, хоть враги не настолько сильные. Какого черта? Почему он с двух ударов не умер? И вообще пробивает щит. Может, в человеческой форме я немножко хуже себя чувствую? Так, вижу внизу что-то. Окей. А тут мы не проходим. Или можно попробовать перепрыгнуть? Я вообще прыгать умею. Ну-ка. Я не уверен в этом. Сейчас я проверю. Где-нибудь, где ровная поверхность. По-моему, в этой части я и правда все же прыгать не умею, только... Да, ну ладно. Тогда спустим. Ой, там что врагов точно не один, я видел, он еще один. У меня, правда, лук есть. Давайте посмотрим, какой урон я нанесу при помощи лука. Блин, он ниже не опускается. Ну ладно, тогда по стариночке. Надеюсь, в этом болоте... Ой, что это такое? Это какие-то болотные медузы. Ужас. И тут я не могу бегать. Они, похоже, уже плывут ко мне. Класс. Почему нету шкалы отравления, я не понимаю. Ну, спасибо за душу легендарного воина. Только чувствую, я тут сдохну. Ладно, буду ходить по светящимся точкам и собирать все, что найду. Так, и сюда никак не пройти. А, если зажать, то можно бегать. Правда, выносливость теряется. Thank you.
Ой, чувствую, на меня тут кто-нибудь нападет и убьет. А тут можно залезть? Камера немножко ужасная. Тут вообще стена-то будет когда-нибудь? Да, предел есть, но травы я тут много потеряю, пока гуляю так. Кольцо кошки, что-то это должно быть хорошее. Это что у нас? Самосохранение, магической слабости, кольцо. Уменьшает урон при падении. Но я пока не собираюсь падать, так что... Но зеленую траву я точно... И страйчу тут. Да, лут тут есть. Ну, началось. То есть мне надо по-быстрому что-то выкинуть. Давайте, наверное, клеймор выбросим. Весит много. Отравление по КД происходит. О, я кого-то там вижу. Ну что? Будем считать, я готов. Я думал, что я готов. Ты как, людоед, типа? Только посильнее, да? Хорошее место, да. Ну что ж, я все понял. Не все так сложно, но сложно. Надо заранее что-нибудь выкинуть, потому что потом на это времени не будет. Уже и армора-то нету. А, наверное, стрел очень много весит. Не надо было так много набирать. Если каждая 0.1 весит, то у меня их... О. Блин, теперь у меня здоровье еще меньше, и шанс того, что... меня шлепнут, увеличивается. Не понял, как он умер, но... Ну, он трава, по-моему, больше восстанавливает, когда ты... при смерти. Вообще лучше, правда, ходить, наверное, по вот этим вот штучкам.
Ну хотя не факт, что лучше. Не получится у вас подойти ко мне. Хотя главное, чтобы та со своим тесаком не пришла, а то... Ой, они тут везде просто ползут. А у нас той что-то выпало. Так, а на эти штуки я могу вставать? Ой, подбирается. А отравление-то от чего? Вроде стою на нормальном месте. Ладно, это не вариант. Может быть, и был вариант. В обход-то, наверное, лучше было. Эти говняки меня сейчас окружат. И тогда я умру. Давай. Ну, делай свое говно. Ладно, я пробегу мимо них. Вопрос, правда, остается открытым. Куда я иду? Окружили. Окружили. Класс. Где мой щит? Вы что, издеваетесь? Класс. Вас слишком много, ребят. Ой, боже мой, ну... Я пойду в обход в этот раз. Конечно, все там замечательно, но я думаю, я не пройду это место, пока я или не прокачан, или оружие не заточено, или у меня не больше травы. Не знаю, что из этого мне нужно, но
Самая тут большая сложность по сравнению с Dark Souls, Demon's Souls, говном. Я еще и жив. Ну, спасибо, хоть на этом. Самая большая сложность в том, что... Да, много ж тут всего валяется. Вон, наверное, мои души. Или что это синее такое? Да, это мои души. Сложность в том, что врагов очень много. Кто-то что-то убивает, мне кажется. Потому что я получаю экспу просто так. Ну, я пока просто собираю. Ой-ой-ой. Это не человек, случайно? Нет, не человек. Хорошо, я уж подумал, сейчас этих жаб встречу, будет жопка. Да что ж их убивает, я не понимаю. Кто-то явно их убивает. Сломанный меч. О! Идет, идет. Одиннадцать травы, хорошо, хоть на этом спасибо. Знаете, в чем моя проблема? Я постоянно думаю, что увернуться смогу, но оказывается, что ноги у меня по локоть в говне, и я не могу прыгать. И... Тогда я получаю этим тесаком и умираю. Ну, по сути, мне надо попробовать еще раз. Вообще, я попробую тут скатиться, может, я выживу. А может, и не выживу. Посмотрим. Ну, мне на ветке же надо падать. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Надеюсь, это ни на что не влияет. Ну, в плане, что чем больше умираешь, тем хуже. Какое же сложное место. Все время приходишь, и если хватает, то только-только. А я забыл, что тут перекаты, да. Я все-таки разбился. Ну, видимо, мне там повезло просто. Ладно. Ладно, ладно. Пойдем нормальным путем. Ну, в плане не с пиявками этими, точнее, с медузами, а боком там еще много чего можно собрать, и я все же хочу убить эту тетку. Мне кажется, она как мини-босс, и после первого убийства она уже не появится. Спасибо, что возвратили мне ноль душ. Всегда бы так. А, нет! Да, похоже... Началась невнимательность, сейчас смерти пойдут на сотни. Фух, я не знаю, там большого с дубиной убивать. В этом болоте сложно. Потому что мне надо хоть немножко быть мобильным, уворачиваться. С этой... С гигантским мачете и тесаком тоже один удар и привет. Ладно, так я буду долго лечиться, лучше уж так. Ну, потеряю всю траву и потеряю, какая разница. О, опять что-то кто-то умирает, убивает. Мне это, в общем-то, нравится.
Но если я встречу этого с тесаком, когда буду на вот этом, например, болоте, я могу сразу умирать. Надо хоть найти какие-нибудь светяшки, да, вот светяшки. Ага, вот тут я был, да, сейчас мы его встретим, чувствую. Только к той светяшке побегу. Пока тихо. Тут хотя бы есть шанс. Пошел ты в жопу. Нет, шансов нету. Я постоянно в болото попадаю. Да ну бесполезно. Давайте другой мир выбирать. Тут не прокатит. Я знаю, куда мы сейчас отправимся. У меня появилась идея, раз у меня есть лук. Шансов у нас теперь больше. Ну, как сказать, больше. Сложность в том, что я уже не помню эту локацию особо, так что... Может, я от колокольчика умру. Но до того большого... Колобка, если дойдем с луком, можно будет его расстрелять, я думаю. Если он, конечно, у нас не попадет своими сферами стреляющими. В общем, сложности будут тут. Но что-то делать надо. Ладно, сразу идем сюда. Я точно дороги не помню, так что... Даже не уверен, что нам наверх тут надо. Ну, за лотос спасибо, спасибо. Я боюсь, сейчас все клетки открыты, кто-нибудь... сюда. Мне стрёмно. Попался. Ой, я еще жив. Но был уже. Класс, 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 класс. Мне вниз надо спуститься, но я совсем не помню, как тут спускаться. Может, пройти мимо того? Ну, мне кажется, там как раз и надо. А, нет, вообще. Нет, надо, да. Точняк. Иди нахер. Ну, пропусти. Что, еще лотос? Мне бы белых. Ой, блин, гонится. Да что вам надо, достали? Мне ж надо тихо с этими колокольчиками быть. Даже не понимаю, где он выбежит, когда...
Там колокольчик, там колокольчик. Нет. Этот мне помешает, ублюдок. Да уж, класс. Так их лучше не пытаться, наверное, убивать. Они ж начинают стрелять издалека, если что-то им не нравится. Блин, она поет так ужасно, просто... Уши убивает. Хоть бы пошла бы в Нексус, там бы отдыхала бы. Но тут петухи с ножами, лучше их не злить. Так, ну вот я и стал пониже, но... По-моему, теперь сюда... Тут у нас закрыто, да? Да. И тут вроде было закрыто. Да. Даже если я тут... Доберусь до босса, это все равно ничего не даст. Так что я только хочу с Колобком разделаться. У-у-у. Если у меня получится, это уже будет маленькая победа в этой части. Он в прицел не цепляется. Ну, этого я сделаю. Отлично. Я продвинулся немножко в другом месте. Привет, придурки. Надеюсь, тут правда больше таких круглых нету, и этот уже не воскреснет.
И вообще я надеялся, что с него ключ упадет, но ключ не упал. Так, похоже, это... Или сокращенный путь, или мне кажется, я сейчас куда-то еще попаду. Похоже, закрыт. Отлично. Раз похоже, пусть будет похоже. Сюда не хочу. Пойду там похожу. По левой стороне. Отсюда я пришел. Какая тесная камера. Они все тут тесные. Ключик-то используется. Ой, сколько там всего лежит. Что-то подозрительно даже. Что за говно? Что тебе надо? Не пугай так. Опять этот. Я б, конечно, помог. Ключа нету, мудак, ты тупой. Может, где-то есть призрачная стена, надо заходить, смотреть. Первый этаж запад, но у меня уже есть ключ, так что... Серебряные браслеты... Что это такое? Похоже на броню. Огромная полиция, это, конечно, хорошо, но... Ну и крики. Для женщин серебряный браслет... Изящно украшенные браслеты из серебра оформлены так для подчеркивания элегантности комплекта, несомненно, носились выходцами из знати. Вероятно, по причине ценности их владелец получает больше душ за победу над противником. Это, наверное, этой тетки, которая типа из знати. Ну, конечно, больше душ — это здорово, но... Как там со щитом дела? Металлический щит среднего размера, используемый солдат-хранитель развитого региона Южной Балатерии. Герб желтого дракона подразумевает низкий ранг солдата. Ладно. Тогда мне не нужен этот щит. Как же все-таки неудобно они сделали с этим... Нельзя носить много. О, боевая коса очень классно выглядит, по-моему. Сколько нужно тут? 10 силы. А тут 16 силы. Так что я думаю, я могу легкий выбросить и ходить с тяжелым при желании. Деревянная палочка ничего не весит. Ну, ладно. По одному этому можно выбросить. Зачем мне две деревянных палочки и два талисмана? Рифленая рукавица. Да что ж это такое? По-моему, бесконечно поднимаешь, но...
Я не понимаю, что я так мало носить-то могу, но это ж ужас. Хотя бы какой-нибудь ящик был бы, куда все складывать, потому что, ну, и же нету сил на все это. Вот камни, например, ну я вот никуда их деть не могу. Это, конечно, сильная броня, но южные так, их тяжесть слегка замедляет восстановление выносливости. А, ну, в жопу. Рифленая броня. Выкидываем. Хотя, конечно, в такой броне мне было бы попроще в плане. Но она весит жесть же. Просто жесть. Ну да, и рифленые поножи. Все это придется выбросить, потому что такая игра. Полчаса только выбрасываешься. Хорошо, что в Dark Souls этого нету, и в Dark Souls 2, я тоже надеюсь, этого не будет. И можно будет забить карманы всяким говном и даже не задумываться, что у тебя его очень много. Кошачье кольцо, может быть, теперь я могу и прыгать с ним вниз, типа, ую, все. Ладно, ту часть мы обошли, там у нас ничего. Теперь эта часть. Пусто. Я просто все открою, чтоб уж. Колокольчик где-то рядом, скорее всего, подо мной. А может и нет. Может быть, надо мной. Потому что это первый этаж, и ниже, по идее, этажей быть не должно. Кстати, может, я смогу левелы прокачать при помощи душ, которых уже набралось, наверное, немало. Вот я вышел сюда, и что-то мне это не нравится место. Спасибо за осколок лунного камня. Надо будет поискать, может, правда, какой-нибудь склад есть в Нексусе, потому что. Убожество это все. Как туда добраться? Ладно. Сюда мы, конечно, пойдем, раз дверь открыта, но сначала камеры. Даун. Даун это в смысле вниз. Не. Не даун, в смысле умственно отсталый. Ладно, пошли еще разок, раз уж такая. Посмотрим, во всяком случае, круглый. Жив, не жив. Если жив, то будем искать место, где можно скинуть барахло. Только не выбегаете, вы меня так бесите. Отлично. Что он делает? Я, наверное. Так, момент истины.
Еле-еле выжил. Понеслись пряности, но вот что-то я их не использую, они у меня место занимают только. Так, надеюсь, мне сюда. Нет, там дырка. Мне не сюда. Угу. Уровни, конечно, настолько длинные, никаких костров, просто хоть ты усрись, но проходи как хочешь. И вот я усираюсь, усираюсь, а продвигаюсь-то на кропалье. Ну, давайте момент истины, толстый есть или нету толстого. Ну что мы будем делать с этим? Ну, будем оббегать его, не убивать же постоянно. Смысла от него никакого. Да, да, да. А, мне надо с той стороны идти, потому что... Как хорошо, что дверь спасла меня. Да уж. Просто пум. Но дверь — это хорошо. Я просто не помню, есть ли что-то за той дверью. Этот уже развернулся. Опаньки. Хорошо зашел. Да может и не очень. Не знаю, что они хотели мне этим сказать, но я бы вот тут так спокойненько спрыгнул бы. По боку вон там прошел бы и все. Может быть, кстати, так и можно. Или так и нужно. Но пока я пойду посмотрю так. Того говнюка, наверное, надо с той стороны выйти взять. Ну, на мосту вроде никого нет, но чувствую это на тему, что стрелы сейчас как полетят. Да. Я... Добежал, да? Добежал. Так, ну что, ладно, мы сейчас будем в Нексусе, посмотрим, есть ли тут... Ну, хотя, ладно, я не буду, давайте, смотреть на запись. Продолжим уже в следующей части. Примерно у меня есть предположение, как обойти эту хероту. Так что, пока будем жить в этом непростом мире тюрьмы. Ну, а потом посмотрим. Но пока всем спасибо за просмотр. Удачи и пока, увидимся в следующей части. А, да, там еще подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все.
Вся-вся-вся. На пока все.